На інформаційному порталі «Репортер», як завжди, ми приділяємо увагу економічним питанням. Радий вітати в нашій імпровізованій студії Сергія Якубовського, доктора економічних наук. Доброго дня, Сергію Олексійовичу. Пропоную до обговорення дві основні теми. Основні, тому що я їх обрав. Перша. Отже, запрацював зерновий коридор, щось із Одещини вивозиться, і це добре. Але я б звернув увагу на деякі підводні камні. Підводні камні, ось кукурудза не доїхала до Лівану. Виявляється, країна там прописала щось 5 місяців. В Лівані не знали, що у нас війна, і тому такий договір. Кукурудза поки що нікому не потрібна, там 28 тисяч тонн, але все ж таки. Друге питання – це Єгипет, який там щось розірвав, якусь важливу угоду теж по зерну з Україною. Тобто, начебто все добре, але ось такі моменти вони радять нам всім дещо так змінити рожеві окуляри на звичайні окуляри від сонця. Ваша думка з цього приводу? Добрый день, Виталий. Ну, как всегда, вы зрите в корень и самые такие актуальные вопросы поднимаете. Конечно, я с вами полностью согласен, что то, что коридор заработал, это очень хорошо. Понимаете, благодаря стараниям, прежде всего, Турции удалось достичь хоть каких-то соглашений с Российской Федерацией. С одной стороны, мы с вами говорили, да, это враг, который убивает украинцев, но с другой стороны, мы должны понимать те реалии, в которых мы находимся. Есть сверхдержавы, есть такие героические страны, как мы, и нельзя игнорировать то, что в России, к сожалению, военный потенциал намного превышает нас, и они могут блокировать наши порты. Поэтому то, что достигнуто взаимовыгодное соглашение. То есть, с одной стороны, был создан зерновой коридор для Украины, с другой стороны, для России, потому что Россия тоже получила возможность экспортировать свою сельхозпродукцию. Поэтому здесь это обоюдовыгодная сделка. И опять-таки подчеркну огромную положительную роль Турции, потому что Турция сейчас, она во многом рулит в процессах. Почему? Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты от нее зависят по поводу вступления Швеции и Финляндии. А с другой стороны, Россия и Украина зависят, даже Россия в большей степени, потому что пролив Босфор, он не только соединяет украинские порты с Средиземным морем и, соответственно, со всем Мировым океаном, но еще и российские порты, тот же Крым, тот же Новороссийск. Поэтому здесь Турция может проводить свою политику, и пока, на мой взгляд, она взаимовыгодна. Это первое. Второе, есть надежда, что этот коридор расширится. В частности, президент Турции предложил ввести энергетический коридор, что также очень важно для Украины. Почему? Потому что нам предстоит очень тяжелая зима, нам не хватает 5 миллиардов кубометров газа. И если, например, в обмен на зерно мы будем получать сжиженный газ, либо нефтепродукты, то это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Это первое. Касательно того, что вы сказали, действительно, некоторые страны, Ливан, Египет, они, ну, будем так говорить, проявили некоторое неуважение к Украине в данной ситуации. Конечно, все понимали, что просто было невозможно выполнить контракт в феврале, когда началась война. И, ну, я думаю, что разумные партнеры в других странах, они все-таки с пониманием отнеслись бы к украинским партнерам в этой ситуации. А тем более это форс-мажорные обстоятельства, здесь, ну, экспортеры точно ни в чем не виноваты. Но Ливан, Египет и многие другие страны, они выбрали выжидательную позицию. Дело в том, что если, например, в Европе, в Северной Америке нас однозначно поддерживают в войне с Россией, то во многих регионах той же Африки, в Юго-Восточной Азии ситуация не совсем похожа на европейскую. Почему? Потому что ну, войну в Украине многие связывают не только с Россией, но и с США.
А Соединенные Штаты Америки в последнее время, особенно в Юго-Восточной Азии, проводят крайне агрессивную политику, в частности, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обострил взаимоотношения между США и Китаем. А многие страны Африки, они зависят от Китая значительно больше, чем от Соединенных Штатов Америки, ну, в связи с тем, что Китай в последние десятилетия активно занимался международным инвестированием, и реально Китай обладает, ну, если не самой большой экономической мощью в мире, то второй по значимости. Поэтому я думаю, что это в какой-то степени политический акт. Я думаю, что зерно украинское все-таки купят, потому что существует дефицит на рынке зерна. И для того, чтобы прокормить свои народы, страны, я думаю, что отойдут от политики. Но вот такие демонстративные шаги нужно понимать, не все вместе с нами в этой войне, на нашей стороне. Я бачу, що за останній місяць апарат нашого президента, офіс президента, активізувався щодо діалогу з країнами Азії, з країнами Африки. Ми бачимо, що раніше активізувався наш ворог, але він і не знижував активність саме в тому регіоні. А ось ну, нещодавно, відносно плюс-мінус місяць, бачимо, що і пан Зеленський веде розмови з країнами не тільки Північної Америки і Європи. Ми можемо це вітати, але чи не запізно, що лише ось все всередині літа такий діалог поновився? Знаете, наш президент очень много выступает, каждый день много выступлений, и, в принципе, офис президента во многом занимается тем, что организовывает его выступления. Ну, просто у президента такой бэкграунд, он и раньше выступал до того, как стал президентом, и сейчас он пользуется возможностью, и вот выступает практически везде. По поводу, вы знаете, регионов, я не думаю, что встречи Зеленского с представителями руководств стран Африки, Азии к чему-то приведут. Как я уже сказал, это те регионы, в которых к Украине относятся с некоторым достаточно настороженно, именно из-за того, что вот мы получаем поддержку Соединенных Штатов Америки, и мы во многом помогаем Соединенным Штатам сдержать Россию. Поэтому контакты это хорошо, но ждать, что эти контакты приведут к каким-то новым соглашениям в тех регионах, о которых вы сказали, не стоит. Опять же таки, в этих регионах первое место занимает Китай, потом Соединенные Штаты России, Соединенные Штаты Америки. Россия, я не думаю, что она пользуется там большой популярностью в Африке и в Азии, но только как вот страна, которая противостоит США. Только нелюбовь к США может некоторые страны подтолкнуть к каким-то контактам с Россией. Они прекрасно понимают, что Путин агрессор, они прекрасно понимают, что то, что сделала Россия в Украине, это ничем не лучше того, что Соединенные Штаты делали в других странах, а может быть даже хуже, потому что тут совершенно бессмысленная война, агрессия, убийство. Поэтому я не думаю, что их отношения с Россией могут стать лучше, однозначно только хуже. Но и с Украиной я не думаю, что будет какой-то прогресс, улучшение отношений. Друге таке масштабне питання, яке хотів би обговорити з вами. Десь кілька тижнів тому активізувався цікавий процес. Я сам нещодавно про нього дізнався. Це допомога західних партнерів, іноземних партнерів, переселенцям, зокрема пенсіонерам. Пенсіонерам, не тільки переселенцям. Допомога символічна. Там, якщо ви чули, 2200 гривень один місяць, а загалом допомога протягом 3 місяців, але в той ситуації, в якої опинилися незахищені верстви населення, ну як то кажуть, дареному коню нікуди не дивляться. Ну що є, то є. Але у мене таке питання: я бачу, активізувались наші пенсіонери, поважні люди. Вони так спокійно, але атакують банки з самого ранку, щось там заповнюють. Все важливо для них, все важливо для цих людей. Вони готові, звичайно, приймати будь-яку західну допомогу. Там 2000, так 2000. Харчі, харчі.
Не зрозуміти, що я там Сергій Олексійович якась там жорстока людина, але я пригадую, як наші поважні пенсіонери ставилися до виборів, як вони ходили дисципліновано і за кого вони голосували. Ні в якому разі я не бажаю там цим людям, щоб вони залишилися без коштів, без західної допомоги. Але саме ці люди, більшість з них, я не говорю про всіх, більшість з них, вони всіляко агітували за політиків, які нас всіляким образом сватали з Росією. І ось такий ось кругообіг відносин в нашій природі, в такій психології. Можливо, я не правий, і ви зараз будете мені опонувати. Я за те, щоб наші пенсіонери отримували допомогу, але в мене така добра пам'ять, яка стала недоброю. Касательно українських пенсіонерів, во-первых, я бы не стал сильно на них обижаться из-за того, что они когда-то, может быть, не проявляли сознательность на выборах и голосовали в большей степени за то, что осталось в их памяти о Советском Союзе. Им казалось, что, может быть, если мы будем интегрироваться с Россией, то что-то будет воссоздано из того, что было когда-то в Советском Союзе. Но разумные люди, в том числе пенсионеры, сейчас поняли, что как раз Путин и сделал все возможное, чтобы никакой интеграции в будущем не было. Поэтому воссоздать дружбу в ближайшие десятилетия точно невозможно. Я думаю, что как раз разумные пенсионеры, повторюсь, они сейчас это осознали, они понимают, что, к сожалению, к великому сожалению, у нас пока ничего общего с Россией быть не может. Теперь касательно западной помощи. Знаете, такой вопрос тоже двоякий. Я думаю, что почему наши партнеры начали оказывать помощь, в том числе пенсионерам, потому что они чувствуют определенную свою вину за то, что происходит в Украине. Понимаете, вот я, например, работаю в университете. Я вижу, что происходит в системе высшего образования Украины. Например, те студенты, которые находятся вне Украины, они могут легко поступить в любой европейский вуз. В Украину даже на контрактный поступить значительно сложнее, потому что созданы совершенно непонятные условия, например, для того, чтобы поступить в магистратуру, надо сдать независимый тест, даже если студент готов учиться на контракте. При этом тест он может сдать только в одной из столиц стран Европейского Союза. У нас, например, студенты выехали в Турцию. Да, для того, чтобы поступить в Одесский национальный университет и платить за контракт, они должны перелететь в Берлин, потому что наше Министерство образования вот такие условия жесточайшие сделала для них. В то же время любой европейский вуз принимает без каких-либо тестирований независимых наших студентов. То есть здесь мы видим, идет такая направленная политика на то, чтобы украинцы, особенно молодежь, остались в Европейском Союзе. И когда, знаете, там какие-то страны Запада жалуются, что вот из-за санкций против России у них дефицит энергоносителей, цены выросли, будет тяжелая зима, им Соединенные Штаты отвечают, но вы сколько получили украинцев? Миллионы украинцев. И я боюсь, что большая часть из них останется в Европейском Союзе. Особенно вот молодежь. И страны Европы это понимают. Они понимают, что, к сожалению, украинское руководство, в частности, Министерство образования, не делает ничего для того, чтобы вернуть студентов. Например, там тех же юношей призывного возраста. Почему, например, не дать им возможность, если они за Украиной находятся, но они потом возвращаются для того, чтобы учиться в Украину, чтобы они могли потом и покинуть Украину, если им это будет нужно. Они же так вне Украины находятся. Либо, например, студенты, которые поступят в украинские вузы, чтобы у них была какая-то академическая мобильность с Европейским Союзом по выезду из страны. Надо же идти навстречу людям. У нас же категорически ничего не делается, и складывается впечатление, что мы платим дань за европейскую помощь тем, что миллионы украинцев
находится в Европе, а это самая большая потеря. Понимаете, заводы можно отстроить, но никогда не вернешь тех, кто погибли, защищая Украину. Но и те, которые выехали и останутся в Европе, это тоже потери, которые потом скажутся на развитии страны. Понимаете, вот как Германия после Второй мировой войны, она могла развиваться быстрее, но не хватало людей, вынуждены были привлекать там и турецких рабочих, и остальных. И эта проблема, она будет в Украине. Конечно, мы надеемся, что война закончится. Главное, чтобы она закончилась победой. Но мы должны думать и о том, что будет после войны. Вот уже сейчас надо думать о том, кто будет восстанавливать страну. Поэтому страны Европы, они вот стараются как-то вот загладить свою вину, потому что, опять же таки, то, что они заинтересованы и они делают все возможное, чтобы украинцы остались на их территории, чтобы они ассимилировались, это факт. И им это нужно делать, потому что демографический кризис у них очень сильный, а украинские мигранты, они очень сильно отличаются от мигрантов из стран Азии. Вот с этим проблем у Европы не было. Но вы же понимаете, когда приезжает украинец, который знает как минимум один иностранный язык, очень быстро может приспособиться, то это очень выгодное вложение. Это люди, которые потом принесут огромную пользу странам Европейского Союза, особенно студенты, особенно молодежь, потому что, в общем-то, по уровню интеллекта, ну, сказать, что мы кому-то уступаем в Европе, мы не можем. А вот здесь мы можем потерять значительный интеллектуальный потенциал в стране. Поэтому вот эта помощь, если бы они, например, такое слово вспомнили, как коррупция в Украине. Вы знаете, сейчас ситуация стабилизировалась, например, на валютном рынке. Ну, чтобы вы понимали, что главная причина, почему, например, там доллар стоил под 40 гривен, там сейчас 39, это не война. Это не война, потому что, исходя из структуры экономики, вот благодаря той помощи, что мы получили, я вот могу сказать, что мы получили помощи за первые 6 месяцев где-то 8 миллиардов долларов. При этом отрицательный баланс торговли товарами и услугами меньше 7 миллиардов. То есть причин для девальвации нет. А причина другая. Чтобы вы понимали, за первые 6 месяцев войны из банковской системы было выкуплено почти 6 миллиардов долларов, наличных долларов. Вот скажите, пожалуйста, Виталий, вы за время войны покупали доллары? Ну, я думаю, что нет, потому что для того, чтобы покупать доллары, нужно иметь деньги. Но вот кто-то в условиях войны, оказывается, имеет десятки миллиардов гривен, чтобы выкупить вот почти 6 миллиардов долларов. Понимаете? То есть это статистика, и надо на нее посмотреть и задаться вопросом, подождите, когда подавляющая часть населения страдает, стало жить хуже, и при этом еще старается помогать армии, территориальной обороне, то кто-то, оказывается, имеет огромные финансовые ресурсы. И вот статистика: долларов наличных было выкуплено почти 6 миллиардов за первые 6 месяцев 2022 года. Какая реакция на это президента СБУ? Никакой. Второй вопрос. Вдруг оказалось, что в условиях войны некоторые наши бизнесмены, они предоставляют иностранцам торговые кредиты. Вот мы предоставили торговых кредитов за первые 7 месяцев, 6 месяцев войны почти на 7 миллиардов долларов. Ну что это означает? Это означает, что, например, экспортеры, которые там продукцию, тоже зерно, продавали через западную границу, они не получили деньги. А это якобы в кредит они продали продукцию. Понимаете? Либо там по какому-то импорту деньги вышли из Украины, а продукцию мы не получили. Вот сумма 7 миллиардов долларов. Для сравнения, за 6 месяцев 2021 года таких операций было на миллиард долларов. Сейчас 7 миллиардов, да? То есть вот разница в 6 миллиардов. Вопрос тоже. Вот кто этими операциями занимается? Может быть, действительно, в ситуации из-за войны кто-то там вот не получил продукцию, но что прямо речь шла о 7 миллиардах, тоже вопрос. То есть получается, что вот мы, Украина, огромную помощь получает, да? Но при этом вот эта помощь как-то так распределяется, что
вдруг вот возникают в платежном балансе такие цифры. И вот если бы наши партнеры из Европы, из США не только вот по 2000 гривен выдавали бы пенсионерам, что тоже неплохо, хоть что-то, но еще бы обратили внимание президента, главу службы безопасности вот на эти цифры, которые на сайте Национального банка находятся, да, и вот как бы ответили нам с вами, да, а кто вообще вот эти деньги заработал? Опять же, это же не военные, да, я понимаю, там, да, военные поставки не должны быть засекречены, это обороноспособность, но вот торговые кредиты, кто продал какую-то продукцию из Украины, а чтобы вы понимали, что за время войны экспорт Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с прошлым годом. То есть есть много продукции, которая, вот, например, там шла в Азию, в Африку, а теперь она идет в ЕС. И оказывается, что ну, значительная часть этой продукции как бы в кредит мы поставляем, а деньги Украина не получает. Может быть, там получает кто-то за рубежом эти деньги на свои счета. Ну, законный вопрос, Виталий, правильно? И вот я бы хотел, чтобы вот наши партнеры не только вот помогали нам вооружением, спасибо, вот пенсионерам, но еще и обратили внимание на то, насколько эффективно вот эта помощь используется в Украине. И нет ли каких-то таких злоупотреблений, исходя из официального платежного баланса. Потому что, опять же таки, иметь ресурсы и покупать миллиарды долларов за наличные гривны, но это вызывает у меня лично вопросы. И, может быть, кто-то этим заинтересуется. Руководство наверняка вашу програму смотрите. Обов'язково. Я надіюсь, ми будемо ставити питання. Власне, ви його поставили і будемо чекати відповіді. Ці дві теми, які я хотів обговорити з вами, я отримав такі вичерпні відповіді, відповіді, в яких були і питання. Питання до не до тих, хто сидить в Одесі, і навіть не до тих, хто знаходиться в Києві. Я дякую вам, Сергію Олексійовичу. Будемо тримати руку на пульсі подій. Україна захищається, Україна вирішує дуже багато проблем, з якими вона штовхнулася. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую за, як завжди, кваліфіковану розмову.